Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы получили заявочку от наших потенциальных покупателей с просьбой найти им двухспальную квартиру в хорошем районе, на первой линии от моря и не дороже 150 тысяч фунтов. Поначалу мы хотели им ответить: товарищи, имейте совесть, такого не бывает, чтобы на первой линии такая большая квартира в таком престижном районе и так дешево. Но наш отдел продаж каким-то образом ухитрился и нашел именно такую квартиру для наших потенциальных покупателей. Первая линия, две спальни, две ванных комнаты, довольно большой приватный участок земли, всего в 400 метров от прекрасного небольшого такого приватного песчаного пляжа и по цене всего 130 тысяч фунтов. Давайте вместе его посмотрим с вами. Уверен, вам тоже понравится. Мы находимся в курортном комплексе Turtle Bay Village на востоке Кирени в районе СНТП. Действительно, на первой линии от моря. В комплексе есть 8 бассейнов. Один из них вот прямо у меня за спиной, а вот передо мной окна квартиры. Как видите, мы находимся прямо сейчас днем, и у нас прекрасная летняя солнечная погода, и в бассейне нет ни одного человека. Несмотря на то, что этим бассейном могут пользоваться отдыхающие либо жители вот ближайших там 5-6 двухэтажных многоквартирных зданий, и тем не менее бассейн довольно большой, но, как видите, отдыхающих в нем совсем нет. То есть он такой как бы отчасти приватный. Это раз. Во-вторых, здесь же прямо перед этой квартирой идет прогулочная дорожка, несколько километров вдоль моря по комплексу. Если вам нравится гулять, вы сможете гулять здесь же. В метрах приблизительно в 50-70 находится кафетерий и спортзал, а также здесь в комплексе, чуть дальше в другой стороне, есть теннисный корт. Так что некоторая инфраструктура для комфортной жизни либо для комфортного отдыха есть прямо здесь, рядом с этой квартирой. Уважаемые зрители, вот входная дверь квартиры. Как видите, сюда ведут 1, 2, 3, 4, 5 ступенек. Таким образом, квартира надежно защищена от любых сильных дождей, от затопления. Идемте посмотрим саму квартиру. Здесь такая небольшая входная группа. При желании ее можно накрыть. Пергола уже есть. Накрыть ее несложно, не очень дорого. Если вы этого хотите, собственники этого не сделали. Как видите, на окнах уже предусмотрены противомоскитные сетки. Это очень хорошо и удобно. У нас есть ключ от квартиры. Заходим внутрь. Смотрите, нормальная стандартная входная дверь, уже поржавевшая ручка и поржавевший замок. Это все можно поменять на что-то более современное, а можно просто заменить ручку и сам замок. Заходим мы, на удивление, не на кухню, как обычно, а заходим мы в гостиную. Квартира у нас площадью, общей площадью 97 квадратных метров. Из этих 97 квадратных метров у нас 77 квадратных метров закрытой площадью, то, что под крышей, и еще 20 квадратных метров терраса, которая выходит на море. Мы ее сейчас посмотрим. Итак, гостиная небольшая. Как мы видим, сегодняшние собственники здесь решили устроить столовую зону. Вот здесь такую гостиную зону. Все, что вы видите на видео, вся мебель, вся бытовая техника, все аксессуары, это все входит в цену. И здесь у нас небольшая кухня. Кухня полностью обставлена всей бытовой техникой. Из плюса вы можете заехать прямо сегодня, если вы покупаете эту квартиру, заехать прямо сегодня и начать здесь жить. Все, что нужно для жизни, на 100% здесь есть. Из минусов то, что вся эта бытовая техника и мягкая мебель, как правило, уже не очень новая, и со временем, я уверен, вам захочется все это обновить. Что мы имеем? Большой двухкамерный холодильник Siemens, микроволновая печь Beko, духовка Siemens, стиральная машинка Indesit, посудомоечная встроенная машинка Arçelik. У нас есть вытяжка Bosch и варочная поверхность Arçelik. Вот такая кухня. Уважаемые зрители, идемте сразу на террасу. Вот та самая терраса 20 квадратных метров. Кстати сказать, в цену входит террасная мебель. Это стол и 5 стульев. Может быть, шестой стул тоже где-то есть. Может, мы его найдем. И пергола. А это те самые виды на море. Наши покупатели хотели
квартиру на первой линии. Вот вам просторная квартира, 97 квадратных метров, две спальни, две ванных комнаты. Сейчас пойдем их посмотрим. Гостиная с кухней. Вот вид на море. Этот вид никогда не будет закрыт. Между комплексами и морем у нас 250 метров. Но эта земля, она принадлежит государству. Она здесь называется зеленая зона, где строительство навсегда запрещено. То есть это такая природоохранная территория. Поэтому вот этот вид, который, я надеюсь, камера вам сейчас передаст, вид на море, он навсегда здесь останется. А вот тот самый большой участок, о котором я говорил, он не ухожен абсолютно. Вот те олеандры являются границей. С этой стороны границей является вот этот вот столб. Дальше земля принадлежит соседям. А с восточной стороны граница является опорная стена, такой заборчик. Вот такой земельный участок. Уважаемые зрители, но это еще не все. Есть также еще больше площади приватный земельный участок у этой квартиры. С обратной стороны мы вам тоже его сейчас покажем. Уважаемые зрители, мы вернулись к входу в квартиру. Смотрите, вот еще вся неухоженная земля. Это участок, который принадлежит данной квартире. Вот, начиная от этой опорной стены до стены здания, это все земля, которая принадлежит данной квартире. Идемте посмотрим дальше. Она абсолютно неухоженная. Вот до лестницы, до того большого дерева. Вот эти окна, это спальня квартиры, которая выходит на бассейн. Вот эту всю землю, если вам нравится, ее можно облагородить, можно здесь сделать газон, либо сделать, посадить фруктовый сад, довольно большой фруктовый сад, здесь можно посадить 20-30 фруктовых деревьев, либо сделать декоративный сад. Уверен, что если вам нравится земля, если вам нравятся сады, если вам нравятся природа и растения, то эта квартира — это прекрасное решение. Очень часто у квартир на первом этаже земельного участка совершенно нет. Здесь он есть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот земельный участок. Хотели бы вы жить на Северном Кипре, например, в квартире, но чтобы у вас была своя земля, и вы чувствовали себя как на вилле. И ставьте лайк, если этот земельный участок вам нравится. Меня зовут Игорь Пошунов, я генеральный директор и владелец компании Leverage Investments, лидер рынка недвижимости Северного Кипра. Мы работаем для вас с 2004 года, продали уже почти 5000 объектов недвижимости, и мы единственная компания в этой стране на Северном Кипре, каждая сделка которой застрахована на 400 тысяч евро, что дает еще больше уверенности, надежности и безопасности вам, нашим дорогим покупателям. Уважаемые зрители, мы снова вернулись в гостиную. Как видите, вся мебель, она хорошая, добротная, но просто она уже не новая. А кондиционер, вот, как я заметил, их недавно поменяли. Даже есть след от кондиционера воздуха, который здесь стоял ранее. То есть кондиционеры воздуха новые. Их менять не придется. Смотрите, вот, даже пульты новые. Ставьте лайк, если вы тоже за предыдущие 30 с лишним лет так и не разучились убирать пульты дистанционного управления из полиэтиленовых пакетиков. Идемте посмотрим спальню. Итак, мы в коридоре, мы выходим из гостиной части в спальную часть. Здесь у нас семейная ванная, она довольно просторная. Я бы здесь ничего вообще не менял. Нормальное ограждение, нормальная сантехника, она немного уже поржавела, потому что влажность, ну, можно заменить. Душ, можно заменить шланг, двери нормальные, окна нормальные, сантехника, аксессуары, все в порядке, все работает. Собственник установил такой умный таймер для нагрева воды. Он молодец, он хозяйственный человек. И здесь у нас две спальни. Заходим сразу в хозяйственную спальню. Посмотрите, она очень большая. Здесь king size кровать, здесь есть шкафы с антресолями, очень много света. Это то самое окошко, которое выходит на бассейн. Мы вам его показывали только что, когда показывали бассейн и участок земли, который принадлежит этой квартире. И у этой хозяйской спальни, у этой мастер-спальни, есть еще своя отдельная ванная комната. Душевая. Довольно просторная душевая, несмотря на то, что это такая вторая, не основная ванная комната. Унитаз, раковина, окошко, которое делает естественную вентиляцию. По-моему, замечательно. И еще одна спальня небольшого размера. Она небольшая, но сюда вполне тоже помещается двухспальная кровать, двухстворчатые шкафы с антресолями. Здесь есть большое окошко, здесь довольно светло. Кондиционера воздуха во всех помещениях. По-моему, замечательная квартира.
Две спальни, две ванных комнаты, гостиная, кухня, вид на море, терраса, большой участок земли. И все это за 130 тысяч фунтов. Уважаемые зрители, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам эта квартира, как вам эта локация, как вам этот замечательный незакрываемый вид на море, как вам эта средиземноморская природа. Я надеюсь, что сейчас наш оператор еще поснимает вправо-влево вот эти олеандры, бугенвилли, зелень вокруг. Мне очень нравится. Надеюсь, что наш микрофон передает. Здесь вокруг трещат сверчки. В общем, мы находимся в курортном комплексе, казалось бы, довольно большом, одном из самых больших в стране. Но при этом я чувствую себя полностью на природе. Я не вижу здесь людей. Так устроена здесь вся инфраструктура и ландшафт. И я чувствую себя на природе. При этом мы находимся приблизительно в 20-25 минутах езды от центра города Киринии. До отелей пятизвездочных Alexus и Acapulco, где есть вся необходимая инфраструктура, пляжи, аквапарки, рестораны, спа, развлечения для детей, казино, развлечения для взрослых, кондитерские. Отсюда всего 8 километров. До пляжей Алагади, это знаменитые черепашьи пляжи, куда приплывают такие огромные черепахи. Каретта в мае-июне откладывают яйца, и в конце августа, в сентябре вылупляются малюсенькие черепашки, и волонтеры помогают им покинуть эти места кладок. До пляжа Алагади здесь приблизительно 1,5 километра, приблизительно 5 минут езды, а также 800 метров до известного гольф-клуба Корениум, где есть и гольф-клуб, и хороший ресторан, и хороший спа. В общем, инфраструктура находится буквально в радиусе 5 минут езды. А также 45 минут езды до аэропорта Эрджан и приблизительно 1,5 часа езды до международного аэропорта Ларнака. Уважаемые зрители, ставьте лайк этому видео, если квартира вам это понравилась. Если не понравилось, если что-то смущает, пишите в комментариях. Если хотите забронировать квартиру, задать больше вопросов, посмотреть какой-то отдельный такой приватный видеообзор от наших сотрудников в режиме реального времени, прямо сейчас оставьте заявочку. Есть контакты в описании, в закрепленном комментарии. И наши сотрудники буквально в течение нескольких минут после получения выйдут к вам на связь и дадут вам оперативно всю необходимую информацию. Если интересует какой-либо другой объект недвижимости, меньше, больше, в высотках, виллы, в другом регионе, опять же, оставляйте заявку, оперативно вышлем вам предложение, которое лучше всего отвечает конкретно вашему запросу. Если еще не подписаны на наш канал, подпишитесь прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики о Северном Кипре, о недвижимости Северного Кипра. В одном из ближайших видеороликов подробно с вами поговорим о недостатках Северного Кипра. То мы показываем красоты, рассказываем, как здесь все хорошо. Вернемся к вопросу недостатков, потому что очень часто то, что вам местные блогеры преподносят как недостатки, на самом деле недостатками не является. И наоборот, то, что является реальным недостатком и о чем вам знать лучше заранее, до того, как вы приняли решение приехать сюда, взять в аренду недвижимость, либо приобрести ее, лучше знать заранее. Об этом вам не рассказывают. Я объясню, почему, как отличить одно от другого, и мы с вами об этом говорим очень подробно. Поэтому, если не подписан на наш канал, подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики о Северном Кипре, о недвижимости Северного Кипра. И открывайте для себя Северный Кипр вместе с компанией Leverage Investments.